А вот что случается, если самке не удается избежать преследователя. Обезумевшие от гормонов самцы набрасываются на утку и пытаются оплодотворить. Непонятно, куда смотрел ее самец, допустивший такое. Селезней уже много, и с каждым разом возня привлекает еще больше холостяков. Из-за большого количества самцам очень сложно спариться. Они дерутся, толкаются, совсем усложняя процесс. Если вдруг какому-то все-таки удается сделать свое дело, тут же за ним следуют остальные, не давая утке передышку. Поскольку спаривание проходит на воде, самка долгое время оказывается под водой. У нее не хватает сил вырваться, а если этого не сделать, то она может утонуть. Наконец, улучив момент, утка побежала к берегу. Преследователи не отступали, и одному самцу удалось схватить ее за спину. Даже на суше он продолжил свои попытки оплодотворения. Это было не так просто, но другие селезни не пытались ему мешать. И, сделав свое дело, селезень удалился. Утке снова удалось вырваться. Один самец присоединился к ней, ведя себя так, будто бы он был ее супругом. Может, это и в самом деле так, а может, это один из счастливчиков. Тем не менее, самка была не очень рада ему. На суше погоня утихла.
Дрожа от пережитого, помятая утка стала чистить перья и успокаиваться.